Несколько минут до выхода в гримерных и мастерских активно трудятся костюмеры, парикмахеры, визажисты. От того, насколько грамотно и точно каждый из них подойдет к воплощению образа, зависит, как воспримет его публика, какие эмоции она испытает. Нужно, чтобы это было все одним единым. Прическа, макияж, платье, обувь – все это должно быть одним единым. Так же, как и лицо должно соответствовать, волосы должны соответствовать, цвет волос имеется в виду. Даже их структура. С каждым годом фэшн-индустрия все активнее захватывает модные площадки. Ровные и спокойные цветовые оттенки образов разбавляются насыщенными красками и экстравагантным воплощением. Каждый костюм – это целая философия. Здесь есть и воплощение тысячелетия Бреста, и спортивная тематика, и народные образы. Это участие в конкурсе является для нас самореализацией, чтобы на нас посмотрели, чтобы оценили наше творчество. Мы выбрали коллекцию из льна, потому что лен очень практичная и интересная ткань, которую любили наши предки. И мы сделали молодежные коллекции, которые сочетаются с нашими любимыми кедами. На областной этап было заявлено 39 коллекций. Отобрано было 22 коллекции для участия в финале из 19 учреждений образования нашей области. К нам в гости также приехали ребята из Минска. Наш фестиваль получил статус открытого, поэтому мы надеемся на расширение рамок. Надеемся, что в следующем году к нам присоединятся и представители других областей, а возможно, из-за рубежа. Продемонстрированные коллекции в очередной раз подтвердили мысль о том, что молодежь Брещины талантливая, творческая. С этим согласны и члены жюри в лице представителей известных швейных брендов города. Как показывает практика, начиная с таких региональных конкурсов, те, кто видит себя в этой профессии, открывают дорогу в будущее, в мир новых трендов и стилей.